Эта Рада больше ничего продуцировать не может. Эта Рада может формировать только этот спектакль и подготовку к выборам. Она превратилась в большой, длинный рекламный ролик, но который очень дорогой для простых избирателей. И поэтому нам нужно всем принять решение и идти на выборы. Нам нужно идти на выборы, несмотря на то, кого выберут украинские граждане. Вот эти новые элиты, те новые партии, которые зайдут в Раду, это будет последний шанс для Украины сохраниться и стать на новый, абсолютно содержательный, абсолютно перспективный курс будущего, новый курс Сергей, для страны. Сергей, этот призыв от вас уже звучал. Спасибо, мы его помним. Просто